Специальным прибором мультиметром мастера проверяют напряжение электроэнергии, которая поступает в дом Мусы Курбанова. Семья живет в первом микрорайоне Малгобека уже 7 лет. Раньше, особенно по вечерам, напряжение в сетях заметно падало. Ни телевизор посмотреть, ни холодильник включить. Когда-то были какие-то перебои, но сейчас, последнее время, у нас свет стабильно горит, напряжение, я думаю, нормальное. Все работает у нас. Светло теперь, как и ожидалось, и в соседних домах. Напряжение стабильно выдает 220 вольт. И Лисановы вспоминают, раньше приходилось мучиться с тусклым светом. Но с запуском новой подстанции они могут больше не опасаться, что техника выйдет из строя. Более-менее ярче стал свет, лучше работает. Без всяких перенапряжений, без всяких проблем. Ага. А вот с приборами какие раньше проблемы были? Может быть, они как-то выключались? Ну, как-то бывало. Не хватало лампочки, перегорали от недостатка. Приходилось всегда менять лампочки. Провода от новой подстанции тянутся и к 5-й Малгобекской школе. Здесь обучается более 700 детей. Дополнительные занятия у детей в основном начинаются после обеда, а зимой быстро темнеет. Учение в этом случае буквально зависит от света. Естественно, улучшилось освещение, качество этого освещения. Что это дает нам в школе? Конечно, во-первых, это выполнение всех требований СанПин, которые предъявляются по освещению для школы. Мы это качество ощущаем, мы чувствуем, что отключений стало меньше, обслуживание бесперебойное. Мощность новой подстанции 10 киловольт. Как распределяется электроэнергия по сетям, рассказал мастер РЭС города. Как мы видим, он идет на масляный выключатель, с масляным выключателем на трансформатор. Трансформатор у нас 110 на 10 киловольт. С трансформатора идет на ячейки, который распределяет по фидерам, и с фидеров 10 кВт идет у нас на население. На население, там стоят трансформаторы на городке, с 10 кВт он понижает и на 0,4 кВт и подает на потребителей. До сих пор первый микрорайон пытался от старой подстанции, что вознесеновской мощностью 6 киловольт. Конечно, она не тянула такую большую нагрузку. Новую электростанцию запустили в декабре, и со своей задачей она полностью справляется. За счет того, что мы от этой подстанции построили линию электропередач 10 киловольт, до данного городка заменили трансформаторы 6 киловольт на 10, значит, провели комплекс мероприятий по реконструкции трансформаторных подстанций и сетей. Значит, данная нагрузка переведена на эту новую подстанцию. Аналогов этой подстанции на территории республики нет. Здесь качественное новое оборудование. Значит, все дистанционно, все процессы управляются по зданию управления. На этом переподключение потребителей Малгобекского района не заканчивается. В ближайших планах у ингушской энергетику подключить к новым подстанциям Малгобек-3 и Таргим линии электропередач Винарки, Сагапши и Пседахи с последующим переводом электростанции на напряжение в 10 киловольт. Михаил Тенгиев, Адам Далаков, Новости 24.